Добрый день, друзья. Вот я получила посылку с тремя матками. Вот так эта посылка мне пришла. Вот так выглядит. Сейчас пойду этих маток пересаживать в семьи. Вот так вот выглядит клеточка. Оторвала я крышечку. Сейчас эту клеточку буду вставлять в семью, которая у меня орфанизирована, то есть из матки. Неудобно одной рукой вставлять, нужна другая рука, ну, в общем, вставляю клеточку. Ставлю на клеточку. Пчелы, пока у меня клеточка в руках была, сразу же на эту клеточку. Буду теперь освобождать матку. Надеюсь, все пройдет хорошо. Что примут новую матку. Это сертифицированная лягустика. Теперь у меня есть сертификат, как положено в Лацию. Вот так вот они общаются. Такая тусовочка вокруг новой матки. Ну, а пчелы вот так вот себя ведут теперь. Я закрыла им верхний литок. Сигнализирует, что есть матка. Надеюсь, что примут хорошо.